Всем привет, на связи Артём Лукьянов, автор сайта videosmile.ru, и в сегодняшнем уроке мы займемся анимированием нашего автографа. Вот так это будет выглядеть в итоге. Супер! И для начала загрузите на панель Project заготовку, вернее картинку с вашим автографом. Это не обязательно должен быть ваш автограф, просто какой-то символ. Вот, например, мой символ. Окей, закрываем панель Footage, переходим к панели Project и переносим картинку с заготовкой, то есть с нашим автографом, на кнопку Create New Composition, чтобы создать новую композицию. Итак, новая композиция создана. Теперь перейдите к верхнему меню и выполните команду Composition Background Color. Здесь выберите белый цвет и нажмите ОК. Супер! Выделяем слой с заготовкой нашего автографа на панели Timeline и выбираем инструмент Pen Tool. Сейчас мы займемся созданием маски. Так, выравниваем наше изображение, чтобы нам было удобно рисовать маску. И при активном слое на панели Timeline начинаем рисовать контур маски. Так, отлично. И так далее до конца. Здесь я ненадолго отключусь, чтобы не затягивать урок. Все, моя маска готова. Теперь я перехожу к панели Effects and Presets и нахожу эффект Stroke. Окей, эффект Stroke, то есть обводка, находится в группе эффектов Generate. Переносим его на наше изображение и переходим к панели Effects Controls. Здесь напротив параметра Path автоматически выставляется наша маска, то есть наш контур. Так, меняем цвет на более яркий, допустим, пускай будет красный. Увеличиваем диаметр кисти. Так, ну пускай будет вот так вот. Так, увеличиваем жесткость до 100%. Теперь переходим к параметру Paint Style и выбираем значение Reveal Original Image. Супер. Окей, теперь давайте поиграемся со значением параметра End и посмотрим, что у нас происходит. Как вы видите, теперь наш автограф постепенно прорисовывается. Можно анимировать данный параметр и получить окончательный результат. Но, как вы уже заметили, здесь есть один недочет в месте пересечения контура. Вот он. И от него нужно как-то избавиться. Повезло тем, конечно, у кого никаких пересечений нет, они, в принципе, могут остановиться на этом шаге. А мы же пока идем далее. Отключаем эффект Stroke, сворачиваем его параметры и переходим к панели Effects and Presets и находим эффект Paint. Так, вот он находится в группе эффектов Paint. Переносим его на наше изображение. Так, отлично. Теперь переходим на панель Timeline. Кликаем два раза на нашем слое, чтобы открыть его в панели Layer. Далее выбираем инструмент Brush Tool и рисуем здесь какую-нибудь фиговину. Форма вообще не важна. Далее переходим к нашему слою на панели Timeline. Раскрываем его параметры. Так вот, параметры маски. Мы идем ниже. Раскрываем группу параметров Effects. Здесь находятся два эффекта, которые мы применили чуть ранее. Раскрываем параметры эффекта Paint. Здесь находим параметр Brush 1, это как раз вот эта вот фиговина, которую мы только что нарисовали на панели Layer. Раскрываем ее. Находим параметр Path, путь, вот он. Теперь поднимаемся чуть выше, раскрываем группу параметров Masks, потом Mask 1, находим параметр Mask Path, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C, возвращаемся к параметру Path из группы Brush 1, вот он, и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V. Если вы теперь посмотрите на панель Layer, кисть повторяет очертания нашего контура, который мы нарисовали при помощи Paint Tool чуть ранее. Отлично. Закрываем панель Layer и переходим к панели Composition. Сейчас мы займемся настройкой нашей нарисованной обводки. Увеличим размер панели Timeline. Так, скроем группу параметров Masks. И раскроем группу параметров Stroke Options. Так, вот они, все эти параметры, которые влияют на нашу обводку. Так, здесь, во-первых, увеличим диаметр. Ну, я думаю, примерно до... Так, где-то 33. Отлично. Далее изменим... Так, давайте сначала увеличим жесткость, Hardness, до 100%. Так, настраиваем параметр Angle. Так, еще немного. Так, пускай будет 238. Так, супер.
Переходим к параметру roundness, то есть закругление, и немного уменьшаем его значение. Примерно до 20%. Отлично. Теперь уменьшаем значение параметра spacing до 1%. Давайте увеличим панель composition и посмотрим, что у нас получилось. Так, меняем режим отображения на 100%. В принципе, обводка теперь хорошо напоминает наш автограф. Так, окей. Здесь нам осталось лишь найти параметр paint on transparent и выставить значение on. Так, супер. Теперь меняем цвет нашего автографа на черный. Нажимаем ОК. И анимируем его параметр end. Так, вот он. Перемещаем индикатор текущего времени в начальную позицию. Выставляем напротив параметра end значение в 0%. Кликаем по значку секундомером. Далее перемещаем индикатор текущего времени примерно на 2 секунды вперед. И изменяем значение параметра end на 100%. Супер. Так, скрываем все параметры слоя заготовка. И смотрим, что у нас получилось. Давайте немного подрежем нашу композицию. Так, кликаем правой кнопкой Trim Comp to Work Area и смотрим. Классно, теперь мы получили клевый анимированный автограф без каких-либо косяков. Все, на этом я прощаюсь с вами, увидимся в следующем уроке.